Друзья, кто еще не знает о наших новинках, хочу вам рассказать о фабрике Ariastea. Это коллекция фрагмента технического керамогранита данного производителя. Знают, что данные производители отличаются определенными технологиями производства. Если мы посмотрим с вами поближе, мы на срезе данного материала увидим всю красоту и всю уникальность данных плит. Почему название фрагменты? Это фрагменты, из которых состоит данный материал. Это натуральные минералы. Материал полностью состоит из природных компонентов. Что природа у нас производит веками, фабрика в считанные секунды повторяет данный процесс производства. Это не печать рисунка. Каждая плита здесь уникальна. Данная коллекция позволяет нам играть своими формами и фактурами. В коллекции есть как сатинат, структурат. Это вот фактурный материал, который прям как скол камня. И полированная поверхность. Во-первых, это практичность. Данный материал, он вечный. С ним ничего не произойдет в момент эксплуатации, потому что он полнотелый. И несколько видов поверхности. Это фактура, как скол камня, имеет степень противоскольжения, что можно использовать на места с большой проходимостью, на все верандные зоны, на уличные зоны, около веранд, ступеней и все остальное. Также его можно использовать и в интерьере, облицовывая душевые кабины, интерьерные пятна в виде стен, потому что этот материал именно воплощением натурального природного камня. Есть и в полированной поверхности. Его можно полировать и шлифовать несколько раз. Это сатината, которая более такая гладенькая, ровненькая, наиболее популярна в данном виде камня, что может использоваться для любого вида отделки. Этот материал технический, он подходит для всех мест с большой проходимостью. Этот материал новый, произвел закладку во многих общественных интерьерах.